Новый автомобиль «ГАЗ «Соболь»» передали Щелковской народной дружине за заслуги по охране общественного порядка. Наш муниципалитет – один из трех в Подмосковье, отмечен таким образом в Главном управлении региональной безопасности. Глава городского округа Андрей Булгаков поздравил дружинников с этим событием и пожелал им новых достижений на благо Щелкова и его жителей. В нашем округе 120 добровольцев участвуют в патрулировании улиц, выявляют нарушения миграционного законодательства, помогают с поддержанием порядка во время проведения массовых мероприятий. Только за третий квартал дружинники выявили более 60 правонарушений. Анна Наприенко, Игорь Поляков, Щелковское телевидение.